Телеканал ТНТ запустит аналог шоу «Игра» в соавторстве с творческим объединением «Александр Масляков и компания». Об этом во вторник, 16 мая, сообщила пресс-служба телеканала. Уточняется, что представитель ТНТ подтвердил факт подписания соглашения с АМИК о совместном производстве развлекательного контента. Как сообщили в пресс-службе, первым проектом в рамках сотрудничества станет юмористическое шоу для ТНТ, где команды из разных городов России посоревнуются за призовой фонд в размере 10 миллионов рублей. Курировать команды участников будут звездные наставники. Однако прокомментировать название будущего проекта, а также список потенциальных участников и ведущих, представители отказались, сообщает РБК. Комедийное шоу «Игра» на ТНТ появилось в 2021 году. Курировал шоу тогда Comedy Club Production. Согласно концепции проекта, 12 команд, разделенных по возрасту участников на стариков и молодых, соревновались в юморе и боролись за приз в размере 30 миллионов рублей. Выступления комиков оценивали Нурлан Сабуров, Гарик Мартиросян, Юлия Ахмедова и Гарик Харламов, а ведущим шоу был Евгений Чебатков. Позже шоу было закрыто. Тем временем новая авторская развлекательная программа «Шоу Воли» начала выходить на телеканале ТНТ с 16 апреля, ее ведущим стал юморист Павел Воля.